реально сейчас, что чувствуете вот после того, what do you feel now after the ceremony? I feel very, very, maybe high as я чувствую очень так возвышенно себя. But being high means to be но будучи возвышенным и при приподнятом be on the ground. My feet are always on the ground. Не то, чтобы я оторвался от земли, мои ноги всегда на земле. But this moment is about being closer to God. Момент, когда я поднялся выше к Богу и стал ближе к Богу. Как вы отнеслись к его просьбе? Было для вас удивлением то, что японский актер решил стать православным? У меня есть помощник, японец, отец Николай. И я попросил его побеседовать с нашим японским актером, чтобы проверить серьезность его намерений. Он проверил, намерения были серьезные. Я сегодня тоже с ним побеседовал, и видя его доброе расположение, видя его веру, принял решение крестить его. Владыка, а этот актер уже не первая знаменитость иностранная, которая просит российский паспорт и с большой симпатией относится к России. Как вы думаете, с чем связана такая тенденция? Ну, Россия очень привлекательная страна. И если бы я был иностранцем, я бы сам попросил российский паспорт. Он у меня уже есть. Потому что я хочу объявить о том, что я